Класс. Добрый вечер, господа и дамы. Красота, просто красота. Кайф. Так, быстренько сейчас. Про румынское басманное правосудие. Видели, да, что произошло в Румынии? Когда выигрывает на честных выборах, демократических, выигрывает кандидат, который не нравится левакам, дерьмократам и толерасам. Что они делают? Они просто берут, собирают Верховный суд, конституционный точнее, да, но не суть, важно, он басманный, да. И что делают? И отменяют нахрен выборы, говорят, а почему? Мотивировка. Потому что по нашим данным, их там ВЦИОМа местного, ихнего румынского ВЦИОМа, у них, короче, по их данным, этот кандидат не должен был набрать больше 5%. Значит, с выборами что-то не то, чуваки. Значит, их надо отменить и будем переголосовывать до тех пор, наверное, пока люди не проголосуют правильно. Или пока, наверное, правильно не посчитают. А? Чтобы выиграл какой-нибудь левачок. Вот вам и все. Вот вам и, так сказать, вот эта вот левацкая демократия во всей красе.